Добрый день! Сегодня 12 апреля, вербное воскресенье, всех с праздником! Солнечный день, но прохладный. Облака. Ходили в храм. Хоть у нас сегодня самоизоляция продолжается, но храмы открыты. И кто может, в храме, конечно, очень хорошо. Причастились и стало очень радостно, осветили вербочку. Вот такое стихотворение. Сегодня Господа мы встречаем, ведь ради нас Он зашел на крест. Мы вербы, пальмы им освещаем, причастие вкусим, отходит бес. Мы собираемся для молитвы в Дом Божий, храм, мы идем с семьей. И разгорается пламя битвы, и знаем мы, что уж выигран бой. Господь сказал нам, что Он рядом с нами, пока не кончится род людской. И мы встречаемся в Божьем храме, и вербы с верой несем домой. Вот здесь такое было у меня стихотворение в журнале, посвященная Пушкинский сборник издательства «Спутник». У меня здесь несколько стихотворений было о подаянии. Как взгляд поспешно мы отводим от вида нищего с умы, все под единым небом вроде, но душу не взаймешь, не возьмешь займы. Нас не разжалобит урод, калека брошенный, убогий, своих хватает нам забот, так сердцем стали мы убоги. Но не узнать, звезда или рок неслышно ждет уже у двери, и хватит ли здоровья, чтоб мы избежать с умы успели. Так вспомним, щедрому воздастся, пусть сгинет саван нищеты, меняйте ложное богатство на доброделанья цветы. Действительно, сейчас в этот период многие оценили то, что раньше переоценили свои ценности. И то, что Господь дал нам, это и есть ценное. А то, что люди уже придумывают, это все рухнет, пропадет. Это... Вот сейчас это все очень период самоизоляции. У кого была возможность ездить везде, теперь это совершенно не нужно. У кого и миллионы какие-то хранятся. Но если человек заболел и умирает, ему это тоже не нужно. Поэтому все по-другому сейчас рассматривается. Вот облака у нас летят, которая мне очень нравится. И нам много стихотворений об облаках. Корабли плывут по небу или облака, или это вдохновение, вечная река. Я осталась бы навеки в этой высоте. Что-то в каждом человеке тянет к той реке. И еще облака. Как жизнь и река, плывут облака, бегут и торопятся прочь. Мечта моя, тоже, как вы, далека, никто мне не может помочь. Жемчужный, белый, серым слегка, причудливо, легко бестелые, летите, летите, ведь что вам века, свободные, свободные путники белые. Душа легка. Мы все когда-то будем белыми, как облака. Нам будет мало мира целого, душа легка. Мы полетим в дорогу дальнюю, летя века. Увидим башни мы хрустальные наверняка. Войдем мы в город вечный в золоте и жемчугах. Не попадут туда лишь вороги, уже никак. Мы будем песни петь от радости, славя Творца. И есть плоды духовной сладости уж без конца.
Еще одно стихотворение почитаем. Все не напрасно, жизнь прекрасна, радость у всех своеобразна. Кто-то летает, кто-то строит, кто-то рисует, кто-то дует, кто-то печет или пишет, пашет, кто-то поет, а кто-то пляшет. А кто-то выбрал путь молитвы, за всех людей он держит битву. За рыбака, за хлебопека, за чудака, за военпеха, за президентов и солдат, за малышей, за стройотряд. Господь промысленно устроил, чтоб каждый счастье свое строил и выбрал путь себе по силам, чтоб в мире радостнее было. Так хорошо, все интересно, все не напрасно, и жизнь течет, и жизнь прекрасна. Все-таки жизнь мы любим, хотим жить. Этот вирус и все эти предлоги, ради чего у нас держит самоизоляция, все это исчезнет. Будем радоваться, продолжать.